15 лет Сергей Новиков потерял ногу после страшной болезни с тех пор и не мечтал, что когда-нибудь встанет на сноуборд, и уж тем более, что станет кандидатом в мастера спорта. Все изменилось год назад, когда Сергею внезапно позвонила тренер Татьяна Шеварева. Амбициозная женщина заявила, что готова научить кататься на сноуборде человека с ограниченными возможностями здоровья. Предложение Сергей встретил с энтузиазмом и сразу стал готовиться к соревнованиям. Была поставлена цель – победить на Кубке России. И им это удалось. Сергей занял второе место. Ты можешь больше, чем ты думаешь. Это очень интересно было. И оказалось, что или какие-то у меня физические возможности, или, может быть, из-за того, что я хожу на протезе, очень хорошо развито равновесие, чувство равновесия. Может быть, эти моменты и помогли именно в сноуборде. После успеха на Кубке России тренировки продолжились. Сергей Новиков атаковал горнолыжные склоны по 3 раза в неделю. Сейчас спортсмен планирует снова вернуться к занятиям. В декабре пройдет чемпионат страны. Затем, если позволит ситуация с ковид-ограничениями, состоятся чемпионаты Европы и мира, а там и до Паралимпиады рукой подать. Сергей Новиков готов защищать честь региона и страны на международных турнирах. У людей обалденная мотивация. За весь опыт работы я не встречала людей более замотивированных, которые хотят научиться кататься, кайфовать от сноуборда и делать такие успехи. Мы сами своим глазам не поверили, насколько быстрый прогресс и насколько, вот знаете, вот этот огонек в глазах. То есть они заряжали нас, мы заряжали их, и у нас получался просто такой бомбический тандем, который семимильными шагами вел нас туда, куда мы пришли. С получением звания кандидата в мастера спорта жизнь спортсмена улучшилась. Областной Минспорт оказывает всестороннюю поддержку сноубордисту. Сергей Новиков будет получать ежемесячную стипендию губернатора. Ему будут оплачивать поездки на соревнования и аренду горнолыжных трасс в регионе. Это инициатива тренера, человека, горевшего этой идеей, но мы как Министерство спорта ее поддержали. Надеюсь, наш вот тандем в этой части оказался очень удачным. Чтобы стать чемпионом и попасть в основной состав сборной страны, самарскому самородку нужен специальный спортивный протез для катания на сноуборде. Он стоит 1 000 000 рублей. Таких денег у спортсмена нет. Поэтому пока Сергей Новиков штурмует горнолыжные склоны на обычной железной ноге, подняться на вершину пьедестала почета ему будет сложновато. Сергей Кизоркин, Константин Головин, события.